расскажи, что это такое у тебя. Он занят чутка. Скорая приехала. Привет, всем очередной выходной день, и мы снова в нескучном саду. Сань, давай, что сегодня будет и кто предложил ее? Мы внимательно следим все, что нам пишут наши подписчики на нашем YouTube-канале. Да, и в общем, он уже был на наших тренировках очень давно. Имя не помнишь, да? Дима. Дима из Перми. Дима и Диман из Перми. Он предложил сегодня лесенку V-образную, то есть в виде W, чтобы было более понятно, а то нефиг. Да, объясни более понятно. Ну ладно, в общем, мы начинаем с большего количества, опускаемся до меньшего, потом поднимаемся опять до большего, с которого начали, потом опять до меньшего, но опять до большего, это и есть лесенка. Отдых между подходами 10 секунд, он нам предложил с 8 попробовать, ему заняло вроде 9.52, и это лесенка. То есть еще на время? Да. Только турник или брусья тоже? Только лишь турник. Только лишь турник. Нет, что-то хреновенько. Ты все время хреновенько. Ну а сначала мы потреним плащ, ну или они как будто подменили просто. Побегись! Осторожно! Это он потому, что его почти разом потрогали. Алёша, попробуй так, ничего, он не твёрдый. Алёш, вот так подальше отошел прям, утёрся в руку, чтобы вот пытайся на него дальше, чтобы она вообще не твёрдая. Видишь, я плечо уже, оно ломит так. Вот, теперь возьми. Да, это прям. Давай, тяни. Параллельно должны. И вот правой рукой, ну, теперь вот этой рукой тянешь, а это сейчас... О, вообще, это все. Руки как бы... Это вообще разгибает. Пришел, ты меня... Давай, ты можешь, попробуй. Нормально, когда ломал. Руки, а как медленно себя как вытягиваешь. У меня... Вот, держишься, брат. Хорошо? Почти. Все, пусть снова. Как вы это делаете? Всегда право. How do you do? All right. Как ты это делаешь? Всегда право. Нет. Помнишь, мы в прошлом видосе спрашивали, кто лучше брусья делает? Ну. Ты читал комменты на ютубе? Нет. Я цитирую. Кто лучше делает? Согласен. Так что учись у меня делать брусья, пока я тут на трене хожу. Учись. Я волнуюсь. Это будешь делать столько, сколько я. Почему волнуется Колян? Слишком крутой этот, как его? Как штуку он назвал? Ясно. Покажется. Другое никогда не... Если горлышко слишком другое, это радость. Ну я сниму просто подходик на камеру, чтобы был подсъемчик небольшой такой. Потом пресс и выяснить. Новое упражнение. Грудь еще, плечи. Подъем прямого корпуса. Да. Сколько подходов повторений? 5 подходов на максимум. Отдых. Минуты 2 максимум. Понятно. Давайте, давайте, ребят. Ну, третье и даже четвертое наше упражнение — это Dragon Flag. Да, четвертое, первый был флажок. Его не все, конечно, делали, но ладно. Вот. Dragon Flag — отличный элемент для пресса, рук. Сейчас. Сколько? 3? Ну, по 5. 5 подходов делать. Максимальное удержание. Как
Сегодня уже немного не то. Устал я. Я у меня уже поясница пресса. Ответ вам на Кстати, там лично меня сбивала. Нет, у нас просто... Какая-то... Чуть ноги повыше. О, иди и задним пониже. Выгони его. Ну, только реально, не важно. Не-не-не. Мне интересно. Просто если не смешно будет, я не вставлю это в ролик. Это не смешно. А если просто только упадет это от серьезно. Смеха? Подожди. Ты думаешь, я так хорошо в полотах разбросил? Я думаю, когда ты услышишь, да. Я думаю. Есть две штучки, никаких бургеров. Если одна крыша сама, другая будет перечислена. Ну, писай, короче. Такие есть, да? Ты знаешь, вот, здесь какая-то примерная информация, они написаны в крышах. Неважно, где. Боже мой, где ваша информация, дорогая? Где ваша информация? Если... Ты меня нашла информация. Какую-то другую частичку, инородную, что эта частичка здесь полностью пропадет и появится в чёрт. Нам нужен ЗМЛ. Слушай, не, реально, потому что я так... Ну что-то... Но мы не умеем этим управлять пока что. Что-то было? Это Half-Life 2, это анти... Да, 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 было там! Это что-то вот из этого. Мистер Фриман. Нельзя открывать порталы. А, здравствуйте, здравствуйте. До нас дошла информация, мистер Фриман. Мой лампа в портфеле лежит, простите. Командиты.